Здравствуйте, ребята, меня зовут Константин. В сегодняшнем ролике мы поговорим с вами про то, как, значит, убираться в комнате. Это на самом деле очень интересная тема. Очень интересная. На самом деле мы сегодня с вами поговорим о ютуб-героях. Вы такие сейчас такие, чё это такое, ты чё дурак, что ли, какие ютуб-герои, ты чё свихнулся нахуй? В общем-то, ютуб-герои — это новая фишка от ютуба, которую они ввели совсем недавно, а точнее введут. И честно скажу, эта фишка полное говно. И прямо сейчас мы посмотрим ролик, который выпустил сам YouTube о этой самой фишке. И вот знаете, если мы прямо сейчас взглянем на оценку зрителей на этот ролик, мы увидим, что там очень много дизлайков. Ну прям очень много. И я, кстати, тоже его поставил, поэтому вы тоже зайдите и поставьте этот самый дизлайк. И теперь давайте разберем, почему же эти дизлайки. Ведь с этой новой фишкой каждый пользователь сможет блокировать других пользователей, редактировать их комментарии, кидать на них страйки, репорты и просто удалять каналы, что просто взрывает тебе мозг. То есть какой-то школьник сидит за своим компьютером, сможет так тык-тык-тык, ему что-то не понравилось, тыдыщ, и он удалил твой канал. Очень круто и очень прикольно. На самом деле там ввели какую-то систему уровней, которые вы получаете за баллы, а чтобы получать баллы, вы должны добавлять просто субтитры в свой ролик, что довольно глупо на самом деле. И там есть 5 уровней, и каждый уровень дает какие-то преимущества. К примеру, на третьем уровне тебе дают инструмент глобальное репорт видео, то есть ты просто тыкаешь-тыкаешь и репортишь каждый ролик. А на 5 уровне ты вообще можешь связаться с сотрудником YouTube и сказать: «Эй, чувак, давай-ка заблокируем вот этого чувака», и все. И они вместе блокируют этого человека, и этого канала просто уже не существует. Вот знаете, это было бы хорошо, если бы YouTube к этому подошел нормально, но скорее всего они к этому никак не подходят. Потому что было бы классно, если бы какой-то школьник репортил канал просто так, то его тоже репортили за то, что он просто балуется. Но мне кажется, YouTube ничего такого не сделает, и любой репорт будет последним для этого человека, и просто канала его не будет. И, ребят, если вы со мной согласны, то обязательно поставьте лайк под этим роликом и поставьте дизлайк под роликом YouTube. В общем-то, ребят, обязательно поставьте лайк и подпишитесь на канал. Всем удачи и пока!